Пока еще чувствуется праздничное послевкусие, но уже пора настраиваться на рабочий лад. В этом году предстоит много значимых социально-экономических изменений. Пенсионный фонд России провел перерасчет пенсий нынешних пенсионеров. С 1 января 2015 года вступила в силу новая пенсионная формула. Россияне с большим трудовым стажем свыше 40 лет могут рассчитывать на прибавку в среднем от 500 до 700 рублей. Пенсии обещают проиндексировать в феврале этого года. Что касается материнского капитала, то он с 1 января увеличился и составил 453 026 рублей, что на 23 тысячи рублей больше, чем в 2014 году. Потратить эту сумму можно на улучшение жилищных условий семьи, обучение детей, а также направить на увеличение пенсии мамы. А в связи с санкциями продолжается активное импортозамещение. В первой половине года, как считают экономические эксперты, финансовую систему России продолжит немного шатать. Но с середины года, по их прогнозам, ситуация, возможно, стабилизируется. Мы спросили у горожан, чего они ждут от наступившего нового 2015 года. Ну, хотя бы цены хоть чуть-чуть бы сбавили. Пенсионерам очень тяжело, конечно. А так что еще ждать? Ну, чтобы работа была, чтобы можно было устроиться. Стабилизации обстановки. Как на Украине, так и в нашей стране. Что становится инфляция. И все будет хорошо. Хороших успехов. Здоровье самое главное. Самое главное здоровье. Счастье. И экзаменов, чтобы хорошо сдать. Чтобы была работа у всех молодых достойная. И плюс еще пенсионерам прибавили немножко пенсию.